В Якутии открыли движение по нескольким федеральным и региональным автодорогам, прерванное из-за повышения уровня воды. В Якутии открыли движение по нескольким федеральным и региональным автодорогам. Остается закрытой дорога Уолба-Булун на трех участках. Также проведены работы на региональной дороге Харбалах в Татинском районе, где 26 мая на 48-м километре в связи с повышением уровня воды выше проезжей части мостового перехода был закрыт проезд. В связи со спадом уровня воды и отсутствием видимых разрушений дорожной одежды разрешен проезд для транспорта с 29 мая. На региональной дороге Амга в Усть-Майском районе на ранее закрытых участках на 345-м километре со спадом уровня воды и отсутствием разрушений разрешен проезд для всех видов транспорта. Также с ограничением общей массы до 10 тонн разрешен проезд по дороге Битюнь в Ангинском районе.